Ребятки, всем привет! Вот сегодня меня позвали на охоту. Николай позвал на утку на жировке. По неподтвержденным данным, сюда прилетают около 1000 уток. Но мы это сегодня проверим. Как бы за пару дней что-то могло измениться, могли другие охотники напугать. Но пока с охотой не складывается в этом сезоне. Вот уже 2 дня охоты прошло, и как бы с таким около нулевым результатом по парочке добыли, и все. Ну, кто-то вообще больше отмечал, чем охотился, да? Нет. Ну, сегодня постараемся как бы поохотиться нормально. Ну вот, просто что начал трактор ходить, убирать рядки, тут была посеяна пшеница. Может, напугал, может, что, ну, где-то ближе к 9 должны они прилететь, по идее. Вчера мы были в другом месте, там тоже как бы должны были лететь утки, но они к нам не прилетели. А сегодня посмотрим. Вот они ее и хавают, прилетают. Короче, утки были. На соседнем поле сидели, с той стороны деревни. Получается, они улетели на болото, сейчас сюда прилетели журавли. Ну, возможно, и сюда прилетят. Скорее всего, что тут кто-то, может, напугал, либо эти трактора, что тут уже начали тюковать эти рядки, либо охотники. Времени уже нету на то поле переезжать. Ну вот тут, кстати, комаров нормально, но не так много, как в пойме. В пойме просто капец. Уже бы, если бы мы так сидели, они бы нам все залепили, короче, и высосали нас до костей. Мы бы такие. Чего ведется? Опять же, на ту же канаву я приехал уже сам, с утра до рассвета. Еще совсем так темновато было, когда я приехал вот с Чивой. Ну что, походу все-таки утки перестали сюда летать. Одну стаю я видел, она пролетела как бы мимо, не сюда. Но одна уточка налетела так вдоль канавы, я только расчехлил ружье, шел, селезень такой хороший. Крупный добыл, еще не включил даже камеру. Ну вот сейчас постою, подожду, может, пока солнце немножко покажется, либо совсем разведнеет, пройдусь по этой канаве, не знаю, смогу ли там перейти. Вот там где-то утки в той стороне крякают, видать, где-то на канаве там сидят, надо пойти поискать их. Ну жаль, что сюда, конечно, они перестали летать. Много летало. Очень много сюда летало. Видать, техника, наверное, напугала, когда начали эти рядки собирать в тюки. Крупные черки или что? Одного сбил! Одного сбил! Вернул, что ли? А, Чива вынесла. Молодец, молодец. Фу, 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 фу. Молодец. Опа. Черочка добыл первого в этом сезоне. Такой вот красавчик. А! Далековато, конечно, было для ворона. Ух, там их море. Должна была быть охота на жировке, а получилось, как всегда, охота с подхода. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы была бы охота.
Живности много летают, ну по вороне немножко далековато стрельну, ну хоть напугал. Значит, охочусь для себя вообще в абсолютно новых угодьях. Когда-то, не знаю, лет 7 назад я сюда брал на зайца путевку, но тут вообще не ходил. За соседний район, там у нас перед открытием как бы были какие-то вопросы, откроют или нет охоту в нашем районе. Открыли в самый последний день, поэтому я заранее взял в другой район, ну, в одну охотдачу путевку, ну и в свой. В соседний, получается, и свой. Поэтому абсолютно новые места для меня. Я вот сейчас даже шел по канаве, не знал, чем она закончится. А в интернете, в Google карте не посмотришь, у нас нафиг в Беларуси весь интернет отключили. Даже не знаю, когда эти видосики повыходят. Вообще воды нету, блин. В этой канаве пока что. Но там дальше есть, светится. Нету, нету, да есть немного. О, коза, коза. О, коза пошла. Блин, и уток согнал. Чего, ко мне? О, о, по полю пошла. Небольшая козочка. Блин, уток согнал. Блин, чего погнала ее. Блин, а утки все-таки сидели там дальше. От не хочет гонять. В начале сезона. Это хорошо, пускай не... нам не надо эти козы, да? Где-то моя собака делась. Неужто, бляха, в нору зашла? Где была? В нору лазила, да? Засранка. В нору лазила она. Ты, бляха-муха, сколько раз говорил, не лазь в нору. Иди помойся. Тут, давай. О, как раз утка. Блин, высоковато, наверное. Высоковато. Увидел, как утки садятся, в общем-то, на канаву. Примерно. Вот так далековато. Сейчас будем пробовать к ним подходить. Блин, все там подняли, за углом, переплыли. Пока я дошел, короче, они переплыли метров с 50. Падали в одно место, переплыли дальше. Перелетели, дальше сели. Как бы они меня, походу, не видели, то собака дальше побежала, их испугала. Блин, опять я их поднял. Вот как они так переплыли? Я их обошел, перешел. Вот как они так? Блин, три раза их согнал и три раза, блин, не попал подойти к ним. Сколько там? Штук 7, наверное, уток. Хороший такой выводок. Ляха, и возвращали же, падали на эту канаву опять и опять. Жара. Журавли, блин, кричат со всех сторон. Как я их-то первый раз... Ой, короче, просто хер его знает, как это все тут так получилось. О! Хоть одну. Хоть одну. Ты офигеть! Сколько журавлей! Сейчас
Все, 8 часов и жара, жарой, капец. Невозможно. Вот сколько тут журавлей. Где-то около 1000, я думаю. Там далеко-далеко камера не видит. Короче, полполя ими усеяно. Короче, тут на канаве 4 утки поднялось. Где-то дальше перелетели. Сейчас будем пробовать не подходить. Канава заросшая. Я подъехал, встал. И они тут недалеко, 20 метров сидели и поднялись. Далеко не пойдем. Они тоже далеко не улетели. Где-то тут рядышком сидят. Козел тут ходил. Все вытоптал. Опа. Попругая яма. Блин, что-то не складывается сегодня. Охота вообще. Бля, нифига себе там этих уток. Нифига себе там этих уток было. Офигеть. Офигеть. Так, сели. Сейчас главное их не испугать раньше времени. Блин, тут сидело реально около больше 150 уток. Йо, сколько там их? Сколько там их? Две сбил. Так, это над этим камышом, а где-то там. Воды в канаве. Фух. Офигеть. Ну, нашли. Вот такого селезня. Давай, 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 ищи тут. Ищи, ищи, ищи тут. Давай, давай. Вперед, вперед. Давай, давай, тут, 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 тут. Давай. Нашла? Нашла? Не? Нашла, не? Давай, 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 давай. Вот она, походу, тут, да, была. Да, чего? Ушла, походу, под ранком. Ушла под ранком, блин. Канава заросшая, я не увидел, что она под ранком уходит. Фу. Приходится. Хорошо, что в канавах вода тепленькая сейчас. Блин, приходится по канавам плавать. Фух. Чего не хочет работать. Ух ты, ёпта! Офигеть! О, как глубоко! Офигеть! Фух. Вот это я освежился, блин! О.
Я сегодня, бляха, вместо собаки, короче. Я сегодня вместо собаки. Чива вообще не хочет работать. Без собаки достал вот такого сележня. Вторая утка под ранком. Видно, не увидел я, что она по канаве плывет. Ну, канава заросшая. Она, видно, упала. Мы нашли то место, где она падала. Чива там нюхал. Блин, не хочет собака работать. Что-то, не знаю, ну, только вот считай открытие. Пару дней прошло. Не знаю, ну, может, раскачается. Что-то пока не складывается с этими подранками. Вот на прошлой охоте не добрали, на этой. По крайней мере, нужно всегда предпринимать меры. Ну, на то она и есть охота, что не всегда все так складывается, как мы хотим. Так что оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Чива, поехали. Ты чувствуешь, что ты виновата, да? Хвост поджимаешь. Зараза, бляха-муха. Кишка блудная. Косячишь, бляха-муха, на каждой охоте.